2008 году наша компания провела первый семинар для горнодобывающей промышленности, в котором приняли участие 12 представителей Житомирской области для горнодобывающей промышленности. Мы получили первый опыт проведения такого мероприятия, и было принято решение проводить эти семинары ежегодно. Мы давно работаем с УГРУ в области развития компании и управления персоналом. И совместными усилиями нам удалось найти очень интересные методы, которые помогают серьезные бизнес-вопросы решить в игровой форме. Это бизнес-театр, это бизнес-кино, это технологии, в которых используются соревнования, в которых используются развлечения, в которых используются квесты. Участники вовлекаются в процесс, и время проходит незаметно. И самое главное, что эти мероприятия дают очень хороший, стабильный бизнес-результат. И очень важным моментом в работе групп является приверженность экологическим ценностям. Это экология бизнеса, экология жизни, экология отношений. It was very unusual what I have noticed in a seminar in Žitomir, because it's not that very popular in Europe, I must say, that it was so many different kind of activities and people very nicely interact with each other. And I have noticed a lot of physical activities like running, shooting, dancing, running all over the forest. Cooking, which is my favorite, I like it, and I saw the people had the cooking by themselves, and then we had the chance to eat that later on. And my favorite, the drums, it was perfect, and I must say it was a big surprise to me. And yeah, in fact, we could see something like that in Europe also, in our other countries. Yeah, I like it a lot. Хочу заметить, что в этом году в семинаре приняли участие 45 представителей от 35 предприятий горнодобывающей промышленности со всей территории Украины. Какая цель проведения данного мероприятия? Ну, прежде всего, это обмен опытом. За 16 лет работы на рынке смазочных материалов Украины нами накоплен огромный опыт по эксплуатации смазочных материалов во всех отраслях отечественной экономики, в том числе и в горнодобывающей промышленности. В семинаре были технические вопросы, вопросы инноваций статуила, вопросы работы с клиентами в комплексе, различные моменты, которые связаны с типологией личности. Можно было это делать в традиционных лекциях, но мы решили использовать такую методику инновационную, как интернациональное кафе, когда люди в небольших группах, скажем, такой каруселькой переходят одного спикера к другому, от одного эксперта к другому и получают нужную им и полезную для работы информацию.
И все участники отметили, что именно такой подход позволил провести им время на семинаре незаметно и очень интересно. Также мы стараемся поделиться европейским опытом применения смазочных материалов статуэл в горнодобывающей промышленности в Европе. В этом году мы пригласили принять участие в семинаре директора по экспорту компании Statoil Lubricants Анжи Питера, также директор по Total Fluid Management компании Statoil Войцех Дзендла и менеджер по развитию рынка на Украине Сергей Боднюк. Они выступили с презентациями перед аудиторией, ответили на многие вопросы, и было видно, что представители горнодобывающей промышленности, наши клиенты, проспекты, они заинтересованы услышать, как работает Statoil в Европе. Компания Oil Group идет в очень сильном международном тренде, в котором используется вовлеченность сотрудников, скажем так, осчастливливание сотрудников для повышения продуктивности. И сейчас, в наше непростое время, это очень важно, потому что то, что люди вовлечены в процессы, то, что они чувствуют себя на работе хорошо, помогает как минимум на 31% увеличить их производительность. Не говоря уже о том, что мы все знаем, удовольствие от работы – это один из важных элементов и составляющих нашей жизни. What I can mention also, what was very interesting, especially for us, for me and my Polish colleagues, we had a chance to see, and we had a chance to feel a Ukrainian culture. I like it a lot because Ukraine is now a country with a really high level of patriotism, and we had a chance to see it, to listen, to dance. Also to sing, and what was the most, the best, what was the most nice, we could dress a special national shirt, which is called Vyshivanka. So I have it in my home and I use it sometimes walking around the city in my hometown Krakow. So I love Ukrainian culture and history, and it was the perfect way to show to us, to Polish guys.